Друзья, посмотрите, 12 октября, архипелаг Осиповка, Черное море, Еленжицкий район. Море, ребята, посмотрите море. Людей еще много, посмотрите. Вода 22 градуса. Кто бы мог подумать, что в это время еще могут купаться вовсю. Ну и посмотрим, что творится на пляже, ребята. Посмотрите, какая красотень. Все купаются, все отдыхают. Посмотрите, друзья, посмотрите. Милое дело. Милое дело. Бабье лето у нас началось. Сезон продолжается. Так что, друзья, всем советую. Всем-всем советую. Кто еще не отдохнул, приезжайте в Архипелаг Осиповка. Лучшее место на Черном море не найти. Вон там рыбаки с причала ловят рыбу. Но самый клёвый, друзья, начинается ночью. Ночью русалки отлично клюют на хлеб.